немного отдохнули, пришли в форму, восстановились. Сейчас морально тренироваться легко. Можно ли сказать, что это, в принципе, похоже на предсезонку такой формат? 100%. То есть начали сразу, на предсезонке даже бывает, чуть-чуть ты входишь, потренируешься. Тут мы начали сразу, никакой передышки не было. Очень давно не были на льду, давно не видели друг друга, и поэтому сейчас очень хорошая атмосфера в команде. А чем в свободное время занимались? После болезни нужно было как-то дыхание привести в порядок и все остальное. Поэтому прогулки, отдых на свежем воздухе, поэтому классно. Чтение книг? Чтение книг на воздухе, прохладно было, минус 22 все-таки, но дома вечерами, да, можно было пару раз. Пару страниц. Пару страниц, да. То есть на каждый день пару страниц – это очень неплохо. Начнем с того, что этот некая определенность присутствует. Как все-таки сейчас строится тренировочный план? Паша сказал, что чуть больше даже похоже на предсезонку, даже чуть сложнее. Как... Кто сказал? Павел Коледов. Павел Коледов. Ну, Павел Коледов правильно сказал. Он сейчас похож на предсезонку, потому что пока нет ясности, когда мы будем играть. Поэтому пытаемся поддерживать их формы. Вот они проделывают хорошую работу как в тренажерном зале, так и на льду. Когда мы готовимся к определенным играм, да, ты можешь лучше спланировать график подготовки. Но ситуация такова, что мы ждем, и поэтому отталкиваемся от этого, и под это мы подбираем сейчас тренировочный процесс более поддерживающий форму. Ну как сейчас вообще состояние ребят можно оценить? То, что судя со стороны, они, казалось, таким огромным удовольствием тренировались. Я думаю, много улыбок было, и у вас тоже, как вот соскучились? Да, мы соскучились, давно не играли, и как бы плюс был вынужденный карантин, но хорошо, что ребята все выздоровели, хорошо, что ребята улыбаются на льду. Это как бы хорошая атмосфера и позитивный настрой на тренировке, это всегда очень хорошо.